Ну, второй тим у нас идет очень простой. Это местные немцы, американцы. У них мальчик не может с женщинами жить после того, как сиэтлский мэр его изнасиловал. Он живет с одним из Ирака, Ирана, он сам с Узбекистана. Но там кормежка вообще идет. Другой здесь у нас идет африканско-русский тим идет. Это охранник Путина Ромочка, дайвер неплохой. И один африканчик ему сплавляет. Третий у нас идет побережье. Это у нас бриллиантовая рука. Одной из святых особ. Сын. У него есть сестра, конечно. Но там кино вообще. Там бородачок. Настоящий бизончик. Живет с красивой блондиночкой. У нее несколько детей. И вот этом разливе Демин помогает очень сильно. Там вообще семейство. Вы будете отдыхать. Здесь, короче, вся банда Сусо. Это сногсшибательно. Особенно мне понравился Абидель. Как он у африканца из ИГИЛа. Тот, короче, Танюху раз-раз-раз ошпилил. Я сам видел, он сперва свою сестру черненькую сделал, потом обидели после Танечки. А насчет Паши и Ванечки я даже говорить не буду вам. Ну как всегда обычно, они же через спай нас проходят. Кашечка, какашечка.